Сегодня ровно два месяца, как полностью перекрыли движение на главном проспекте Барнаула в районе Нового рынка. Привыкли ли к изменениям горожане, водители и пешеходы? Об этом мы спросили у людей на улицах краевой столицы. Нет, неудобно. А в чем трудности заключаются? Ну, с одной стороны на другую надо переходить. Ну да, конечно, удобно. Я и до этого здесь ходила, когда еще не было реконструкции. Живу за мостом просто, здесь часто хожу. Ну, новое, в принципе, не всегда хорошо, но... Почему? Ну, потому что, смотрите, сколько людей, допустим, ходят, да, пешком, сколько там сейчас объезжают дорогу, большие пробки, трудности добираться. Все равно срок указан конкретный, когда эксплуатацию пустят этот мост. Потерпеть можно ради чего-то нового для города. Ну почему бы не потерпеть? Мост все равно был уже достаточно старым, построенным давно. И покрытия, возможно, были уже не того качества, которое было необходимо для поддержания. В дальнейшем, я думаю, это будет лучше. Ну, то есть это временное неудобство? Да, да, да. Все, конечно, понимают это, но что делать? Ничего, привыкаем. Конечно, я читала, что он вообще уже в изношенном состоянии находится. Неизвестно, чем бы закончилось это все, если бы не было реконструкции. А вот вы пользуетесь пересадочными талонами, вот, которые ввели там, да, на транспорте? Нет, мы ездим по Калинина на автобусе, очень удобно, что по выделенной полосе быстро прям доезжаешь сразу до центра и все.